Банде Гуру Падо Дандам Бхакта Бинда Саманитам Сри Чайтанна Прабхум Банде Нита Нанда Саходитам Сри Нанда Нанда Нанга Банде Радхика Чарна Дайам Гопи Джано Самаюктам Бинда Банам Мано Банча Калпатаруваща Кипасинду Бевача Патитанан Павани Бхавишна Бибхьо Намо Намаха Мукан Кароти Вачалан Пангум Ланхайт Гирим Ят Кипатам Ханг Банди Парамананду Мадвам Бриндавай Тулсидев Байпиявай Кесава Сача Шна Бхакти Пади Деви Сатто Ваттвай Намо Намаха Нараяна Намаскритта Наром Чайва Нараттамам Девин Сарасватин Вясам Тато Джайо Мудира Шанкиртане Кришна Катхопадеше Гаурия Патрасья Пракасане Ча Садануракта Гуру Бхакти Йокта Бхакти Прамадакша Джагору Дхейям Сада Парибхавагнам Апиштадухам Тетхас Падам Сива Виринчанатам Сараньям Бхитаттихам Панатапал Бхавадипутам Банде Махапурушате Чаруна Равиндам Джатпада Паллавана Качанда Мани Чатая Бисфуриджита Камапикапавадушвадарши Пурна Нурагара Сасагара Сарамурти Сарадхи Камай Ката Кипам Шри Кришна Чайтанна Прабху Нитьянанда Шри Адвайта Гададхара Сивасади Гаура Бхакта Бинда Шри Кришна Чайтанна Прабху Нитьянанда Шри Адвайта Гададхара Сивасади Гаура Бхакта Бинда Харе Кришна Харе Кришна Кришна, Кришна, Харе, Харе, Харе Рам, Харе Рам, Рам Рам, Харе, Харе. Аджану ламбита бхужау канака бодхату Санкиртанай капитару камала ютакша Вишамбару бижавару джугадхарма пало Банде джагат приякару каруна бхатару Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рам, Харе Рам, Рам Рам, Харе Харе. Намами Ганге Тава Паду Панкаджам Сура Сурайр Бандито Дипарупа Муктин ча муктин ча дада синитам Бхавану рупена сада наранам Ганга таранга рамания джата калапам Гаури нирантара бибуши тобам бхагам Нараяно Прияманаṅга Мата Пахарам Барана Сипурапати Бхаджа Вишванатам
Vagi Sajusho Vadhani Lakshmir Jasacha Bakshashi Jasyasti Hide Sambhi Tam Nishingamaham Bhaji Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Adudanam Srinam Dante Ridam Jache Punaha Punaha Simadrupa Padamuja Dhuli Sangjanma Janmani Adudanam Srinam Dante Ridam Jache Punaha Punaha Simadrupa Padamuja Dhuli Sangjanma Janmani Gauriya Goshtipati Srisila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur Prabhupada Paramahansa Jagadguru told to become a dust particle unto the lotus feet. Gauriya Goshtipati Srisila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur Prabhupada говорил, что стать пылинками на лотосных стопах Шрила Рупа Госвами – это наша наивысшая цель. Гаудия Гоштипати Парамхамса Джагадгуру Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Госвами Такур Прабхупад сказал, что стать пылинками на лотосных стопах Шрила Рупа Госвами Пада – это наша наивысшая цель. Нас Гауди. И что толку что быть пылинками? Какова польза быть пылинками на лотосных стопах Шрилы Рупы Госвами Пада? Это такое важное, что в тот день, когда мы осознаем славу пылинок с стоп Шрилы Рупы Госвами Пада. И тогда, несомненно, мы сможем погрузиться в океан премы, в раджа премы. И есть гарантия насчет этого, что в тот день, когда мы осознаем красоту лотосных стоп, Рупа Госвами Пада. В тот день мы сможем обнаружить себя в океане Враджа Према, в бесконечном океане Враджа Према. И все, что мы хотим сделать, и пересекая Рупа Госвами Пада, все такие усилия, направленные на и вот все, что мы делаем вне соответствии с Шрилой Рупой Госвами Падом, все это бесполезно. И вот он, Шрила Рупа Госвами Пад, сказал, что действительно, если вы попытаетесь, а точнее где-то Шрила кто-то другой сказал, что если кто-то пытается пересечь наставление Шрилы Рупы Госвами Пада, то в этом случае мы потеряем все, все наши попытки, все, что мы сделали, все будет бесполезно. И в тот день я говорил, что когда я осознаю красоту лотосных стоп Рупы Госвами Пада,
то тогда мы сможем обнаружить, насколько скверно наше сердце. И в тот день мы осознаем, и когда мы осознаем красоту Рупы Госвами Пада, то тогда автоматически мы обнаружим, как скверно наше сердце. И этим сердцем мы, с этим сердцем мы хотим совершать харибаджан. Мы хотим совершать рупануга баджан, рагануга баджан. И в этом главная преграда. Никто не может осознать это и не хочет осознать. Все Гаудия Вайшнавское общество, оно всегда молится лотосным стопам Гауранга Чандры, что когда-то в один день он позволит нам следовать Шиле Рупе Госвами Паду должным образом. И вот следовать Рупе Госвами Паду правильно значит понять все учение Шри Чайтаньи Махапрабху. И это главное. В тот день, когда мы осознаем красоту лотосных стоп Шрилы Рупы Госвами Пады, будьте уверены, что в тот день мы сможем понять все и полностью, все учение Шри Чайтаньи Махапрабху, все его действия, все, что он делает, все его все настроение, все секреты баджана, все. Что Гауранга Махапрабху хотел дать нам своим ачароном, своим поведением, своим, своей жизнедеятельностью. Он хотел показать нам, как мы должны совершать баджан. Он делал это для нашего блага. Рупа Госвами Пад. Почему мы говорим, что Рупа Госвами Пад обрел полную милость Гауранги Махапрабху? Рупа Рагуна. И вот Сила Сваруп Рупа Рагунатх они могут дать нам великое сокровище. Как достичь, они покажут нам, как достичь того трансцендентного мира Голока Вриндавана и Шрилы Рупы Госвами Пад. Санатан Госвами Пад. Он плача, говорит, тот, кто гуру Госвами Пада, и вот Санатана Госвами плача, говорит, я хочу стать Рупанугой. И вот мы должны осознать его величие. И Шрила Наротам Тхакур плачет и говорит. Его сердце полно чувств. Это не вопрос сухой философии. Unending
profit, unending treasure. Это бесконечное сокровище, бесконечная радость. Мы очень удачливы. Мы очень удачливы. Но все же мы неудачливы. Мы не можем взять все преимущество этой проповеди, этого идеализма. И в этом наша слабость. Обусловленные души не могут изменить свои скверные привычки за ночь буквально, и мы тоже. Не каждый может измениться. Если давить на каких-то душ, пытаться заставлять их что-то делать, это зовется кармой. Это не бхакти. Я могу показать любовь к вам, это будет не на показ, и также это ваша ответственность, чтобы вы смогли принять всю эту заботу. Гурудев может... И каждую часть секунды я хочу находиться в лотосных стоп Шри Гуру. И в тот день, когда я поверну свое лицо, в отношении материального, то мы потеряемся в этом бесконечном мире. Наш Гурупад Падма, он лучший из Рупануг. Шила Наротам Такур плачет и говорит. Он говорит такие слова, Шри Чайтанья Манобишто, вот эти. Шрила Наротам Такур говорит. И вот Шрила Рупа Госвами Пад. Его лотосные стопы, когда я обрету шанс достичь этого уровня, и вот Наротам Такур плачет и говорит от всего сердца. Когда придет та уникальная возможность в мою жизнь, я жду. Мой Гурупад Падма, после того, как после увидев мою мою непригодность, он выгнал меня в этот материальный океан страданий. Я знаю, я ответственен за это, я падшая душа. Но я уверен, Гурупад Падма, он океан бесконечной милости. И в какой-то день Гурупад Падма увидит мое болезненное состояние и возьмет меня за волосы и опять поместит меня во Враджадхаму, иначе я опять потеряюсь. Рупа Госвами Пад говорит в киртанах. Прабху Локонатх кабе, кабе море лойя жабе, сиру перо пад падме, кабе самарпиве, хено ки хойбе мор норма шакхи гане, অনুগত নরত্বমে করিবে শাসনে
И в тот день, когда мы осознаем, и вот в тот день, когда мы осознаем слова и чувства Нарутама Такура, то будьте уверены, этот день, когда вы увидите зеленый свет на духовном пути, духовный путь будет открыт перед вами. И вот Нарутама Такура пишет: Prabhu Lokonatho Kabe More Loya Jabe Siru Pero Padu Padme More Samur Pibe Heno Ki Hoibe Mor Normo Shokhi Gani Onugato Noro Tame Какое прекрасное чувство, когда мой Гурупад Падма Локанат Госвами, он возьмет меня и приведет к лотосным стопам Рупа Госвами Пада. И отдаст этого глупого слугу его лотосным стопам. И это зовется успех, когда придет этот день. Имитация — это не успех, имитированием чего-то. Мы не сможем прогрессировать даже на миллиметр. Имитация она запрещена. Наш Нарутама Такура говорит, и Рупа Госвами Пад, Рупа Госвами Пад, у меня нет права говорить, что он мой. У меня нет права говорить такие высокие слова. Я не могу злоупотреблять его славой. Скорее, я должен чувствовать свое падшее бедное состояние. И это может дать нам преимущество в нашем Рупанога Баджане. Я могу пытаться понять свою плачевную ситуацию, в которой я нахожусь. Если мы сможем осознать, то в какой-то день наш Гурварга поможет нам. Рупа Госвами Пад, он лучший, он инструмент в наших руках, он инструмент в руках Верховного Господа. Рупа Госвами Пад, он тот, с чьей помощью Гуранга Махапрабху хотел вложить свое чувство. Гуранга Махапрабху хотел дать нам урок. Очень сокровенное учение, как мы можем обрести вечное служение под руководством Рупануга Гурварги. Рупа Госвами Пад, он тот, с чьей помощью Шриман Махапрабху хотел показать свое сердце.
чувство своего сердца. Иногда случается так. Вот, к примеру, какой-то тапочек не может сам по себе ходить. Обувь, она как бы есть, но сама она не ходит. Но если мой Гуру Махарадж оденет эту обувь, как меня в качестве этой обуви, то и эта обувь может оказаться в любом месте, хоть во Вриндаване или в другом месте. И сама обувь не может никуда пойти, но если Гуру Махарадж наденет эту обувь, она на нем может оказаться во Вриндаване, эта обувь. Но если эта обувь будет гордиться тем, что она такая, то сама дошла до Вриндавана, то ничего не будет хорошего из этого. И вот здесь говорится в читании Чайтамрите, Шриман Махапрабху сам говорит, Махапрабху спрашивает, как это возможно? Что Рупа осознал мое сердце, никто не понимал, но Рупа Госвами, он полностью описал чувство моего сердца, как это было возможно для него понять это. О Сваруп, как это возможно? И Сваруп сказал, он осознал твое сердце, и поэтому я понял, что он обретет полностью твою милость, поскольку ты спросил, как он осознал твое сердце, и поэтому я говорю, он понял твое сердце, и я уверен, что полная милость на нем. Махапрабху улыбнулся, и действительно, когда я встретился с ним в Аллахабаде, я увидел, что он достойнейший кандидат, чтобы принять, сохранить всю эту бесконечную расу Враджадама. О, Сваруп, ты прав. Когда я увидел его, я понял, что он достойнейший, кто может принять, осознать и поделиться с другими этой расой. Вот вместилище, достойнейшее вместилище, поэтому я хочу рассказать о Враджарасе. Также ты можешь что-то сказать. И Махапрабху, он дал наставление Сварупе, что ты можешь тоже сказать. Ну, в этой сокровенной расататве. Radha Govinda Lila Vilas is not, there is no complication. It is complicated for me. Раса Лила Рада Говинда запутана для нас, но для преданных она ясна. Who is Govinda? Кто Говинда, кто Радха, вот Гоа, это тот, кто
это их объединенное проявление. Са-эва-са. With rasa lila, your complicacy growing, your you know going oh so dirty thing. Why? Because I am dirty. Если мы видим какие-то скверные вещи, почему? Потому что наше сердце грязно. Если мы, особенно если кто-то видит какие-то скверные вещи в лилах Кришны, то это показывает то, что подобно тому, как человек находится перед зеркалом и строит рожи, то он это и видит. Зеркало просто отражает его, то, что ему показывает. Same thing there, in the mirror. There is one and single tattva in infinity world. There is one and single tattva in infinity world. There is no other tattva. Есть одна единая таттва в одном, во всем этом бесконечном мире. So that you can take some legal step against Krishna. И если кто-то хочет как-то наказать Кришну за то, что тот занимается непонятно чем, но кто такие люди, кто хотят, которые хотят наказать Кришну или как-то осудить его? Есть одна единая таттва, единый Верховный Господь, и Он творит всего. И Махапрабху дал открытое разрешение Сваруп Госвами. Ты можешь рассказать все сокровенное о Расататве, но почему Махапрабху не говорит нам с вами? Почему? Ну, смотрите, Махапрабху не говорит о Расататве открыто на каждом базаре, такого нет. И поэтому Шрила Прабхупада снова и снова говорит, если вы хотите пересечь Рупа Госвами Пада, то тогда, несомненно, на 100% вы обречены на провал. Даже в первые шлоки я хочу вам так много сказать. И вот Рупа Госвами Пад. И поэтому Шрила Прабхупада, он много раз говорил нам, что то если мы хотим пересечь Шрила Рупа Госвами Пада, то мы обречены на провал, на падение. Рупа Госвами Пад, он хочет дать нам полное представление, он хочет показать нам полную картину Рупануга Баджана через свою Упадишамриту с самого начала до конца. И откуда это началось? Откуда мы обретаем это учение с Чайтаньей Махапрабху? Из авторитетного источника? Весь мир, он в запутанности. Рупа Госвами Пад, он хотел показать нам, что мы должны контролировать свои органы чувств. Не обвиняйте Гуру Вайшнава в Шрилу Прабхупаду Бхактивинода Тхакура. Мы должны обнаружить свои слабости и исправить их. In front of Guru Vaishnava is my condition. More practical.
Бачо вегам, манасаха, кродо вегам, ударпаста вегам, этано вегано, джобишо хета тираха, сарвама пимам питабим, шасиша. He can make the whole world disciple. No problem in him. И вот в Шлоке Упадишам говорится, что тот, кто контролирует свои органы чувств и утвердился в баджане, он может весь мир принять в качестве своих учеников. Тот, чьи ум и органы чувств находятся под его контролем, если Гуру Вайшнава спрашивает у нас какие-то простые, вроде бы материальные вещи, но это все равно баджан, они хотят помочь нам. И вот в начале всего мы должны пытаться найти, что Рупа Госвами поддал нам. И если я буду жить дольше, я надеюсь, но мое желание не главное. Главное — это желание Нитянанды Бхагавана. Кто я? Если это желание не одобрено Нитянанды, то что толку? Это ложное эго. И вот Шрила Прабхупад начал говорить об Упадишамриде на берегу Радхакунды. Шрила Прабхупад начал объяснять Упадишамриду перед преданными гаудиями на берегу Радхакунды. Он не смог говорить, и голос его застыл, слезы текли из глаз, но он не мог выставлять это на показ. Когда он помнил лотосный стоп Рупы Госвами, он плакал. Он не мог сдержаться, поскольку помнить Рупы Госвами пада, значит, помнить Радхарани. Есть небольшая разница, но это более практично, поскольку как Рупа Госвами подходит слушать Радхарани, это более практично. Мы должны пытаться понять славу лотосных стоп Радхарани через Рупа Госвами пада. И поэтому наша Гурвага, она молится. И таким образом Рупа Госвами подпишет с самого начала. Если мы не можем контролировать свои органы чувств и ум, мы не сможем начать баджан. У нас нет права сказать. И если какие-то люди хотят превзойти Рупа Госвами пада, то это глупо. И если посмотреть со стороны, то их действия, их суждения, их слова показывают, что они падшие души. И вот это. И вот Рупа Госвами Пад хочет сказать,
баджан, то, что баджана накула благоприятна для баджана. Пытайтесь осознать, понять, и что противоположное пратикула неблагоприятное. Пытайтесь понять это шаг за шагом. Я не думаю, что не буду говорить о том, что Рупа Госвами Пал где-то родился, как его родители звали. Я лучше, гораздо лучше, если буду следовать стопам Шрилы Прабхупады, Бхакти Сиддханты Сарасвати или Шрилы Кешава Госвами Махараджа. Они показали нам, что такие морфологические вещи — это одно, но понять учение этих великих вайшнавов, их наследие — это гораздо более важно, чем просто говорить о том, где они родились, женились и умерли. И вот Кришна говорит, мои принципы очень строгие. Либо я избегаю кого-то, я могу что-то дать, чтобы обмануть этого человека, какие-то материальные блага, или моих преданных, я помогаю им всячески. Если они пытаются оставить меня, то я направляю их на истинный путь. Как Путана пришла накормить Кришну отравленным молоком, и когда Кришна начал сосать жизнь из нее, то она сказала: «Оставь меня». И Кришна сказал: «Как я тебя оставлю? Ты пришла в форме матери». И в этом состоянии моего сердца, и этим сердцем, как я могу совершать Рупанга Бхаджан? Кто дал мне такую смелость, Шрила Бхактивинод, или кто? You don't know for infinity pure. You don't know. You have no information, basic thing. For infinity pure, you are going to have. Whatever title you are going to enjoy, 1 kilometer long title, idiot foolish people can give you. 1 kilometer length title, you can enjoy. What it concerns to Krishna? What it concerns to Krishna? What it concerns to Gauranga? И вот Шрила Рупа Госвами Пад, он в Упанишамрите, он написывает, что благоприятно для баджана, что нет. Мы должны понять и принять благоприятное, и отвергнуть неблагоприятного. Потом он рассказывает, как развить прекрасные отношения с Гуру Вишнавами. One Kanishtha Adhikari coming from a big society with big garland, Acharya Pad. Not that.
И вот там рассказывается, как, какое уважение, как относиться к вайшнавам различных уровней. Мы должны понять, научиться определять вайшнав, кто вайшнав, какого уровня, как относиться к ним. Внешнее положение, ранг, он ничто не значит. Или возраст. Говорится, что старших надо уважать, но иногда видно, что человеку 90 лет, а ведет себя крайне глупо. Старших имеется в виду более духовно развитых. И таким образом, это очень важно, Рупа Госвамипад говорит, мы должны понять, осознать этот уровень вайшнавов. И вот Наутам Такура также пишет, Шрила Бхактивинода Такура пишет, кто читает это все, кто совершает баджан. И вот Наутам Такура уже пишет, мы должны понять и осознать все это. И каково значение всего этого, как это все понять и осознать? Иногда я сожалею, если бы вы могли понимать бенгали или хинди. То тогда я мог бы открыть свое сердце вам более свободно. Но сейчас какие-то преграды. Я пытаюсь открыть свое сердце. Сделать что-то конкретное, что-то важное, что-то стоящее для вас. Наше сознание должно быть на очень высоком уровне, чтобы следовать всему этому. Я вспомнил множество случаев. Однажды один индийский ученый, он достиг Германии, чтобы встретиться с Эйнштейном. И вот, когда они встретились с Эйнштейном, тут был очень прост. Он такой прост снаружи. Спросил, как зовут его, тот ответил. Вот зачем вы пришли ко мне? А, тут Эйнштейн, этого индийского ученого на санскрите приветствовал, спросил, как дела, как зовут его, а тот сказал, что не знает санскрит, а тут удивился, вы из Индии, как вы санскрита не знаете. Это индус ответил, что это мертвый язык и санскрит, все на английском говорят. Этот Эйнштейн был очень гневен, ходил отлупить этого индуса, что такой негодяй санскрит оскорбил. Это очень возвышенный, прекрасный язык. И вот у нас есть такое предсказание, что все эти компьютерные все... санскрит станет компьютерным языком благодаря тому, что там все ясно, четко и понятно, в отличие от английского. Поскольку там очень четкое произношение, не отличается от написания, и все так и конкретно
ясно и понятно, в отличие от других, где пишется одно, говорится другое, подразумевается третье, значение четвертое. И вот этот Эйнштейн был очень гневен, что тот ученый, так называемый, приехал из Индии, и санскрита не знает, и сказал, что стыдно должно быть. Санскрит очень важный, возвышенный язык. И вот санскрит, он очень научный язык, и если я скажу вот это такое слово. Вот Камал. Это верблюд Камал называется. Камал Хусейн. Камал. I can pronounce this. То есть пишется по одному, а произносится по-разному. То есть в других языках, а вот тот же этот верблюд Камал, можно Кэмэл сказать, или Камал, или еще как-то. И на английском тоже. Баг-базар, или Баг-базар, или еще там десяток вариантов написания и произношения. И все вроде как и правильные, и... И вот на Вайканас Госвами Махарадж, когда начал изучать английский, то очень ему не нравилось, что все, ничего не совпадает. Он был пандитом по санскриту. Потом надоело ему. И вот так или иначе, что я хочу сказать, Рупа Госвами Пад и Госвами говорит на санскрите, и мы благодаря Бхактивинода Такуру мы можем узнать то, о чем писали Госвами Шрила Бхактивинода Такура. Он представил это в очень простом и понятном для понятия виде. Вот он извлек суть из всего, всех книг Госвами и сконденсировал буквально, представил суть сливки всех, всего их учения. You understand? I give some time, 10 minutes for to make some joking. This is a poor condition. If you could realize what Rupa Goswami was wanting to say. И вот что хотел сказать, да, вот он такого. В соответствии с уровнем и степенью вайшнавов, мы должны
по-разному выражать почтение, относиться сразу к разным вайшнавам, каким-то падшим душам по одному, к возвышенным вайшнавам нужно совершенно по-другому относиться. Если мы силой пытаемся прийти к возвышенному вайшнаву, то это очень опасно, мы можем превратно понять его настроение, то, что он говорит, то, что делает. И вот в соответствии с нашей степенью, нашим уровнем, мы должны относиться к разным вайшнавам по-разному. И вот Нарутам Такур пишет, в соответствии с уровнем, с их уровнем, если мы сможем понять и выражать почтение и совершать служение, то тогда мы можем обрести милость вайшнавов. И вот относительно того, что сейчас происходит, Шрила Бхактивинода Тхакура еще 100 лет назад написал. Какие-то явления под видом духовных праздников и пиров, что, как, кто их организует, какие-то возвышенные души или непонятно кто. Для начала надо выяснить потом, откуда это все пришло. Чистые вайшнавы. Откуда, то есть на какие средства это все готовится? Вайшнавы никогда не отправят вас в ад. Вайшнавы не жестоки, что кого-то толкают на какие-то недостойные поступки. Вайшнавы не делают этого. Вайшнавы очень строгие. Если они любят нас, но также могут и наказать. If you can bear, then you can go ahead. If you start agitation against me, I can laugh and cheat you and go ahead, leaving you. Rupa Goswami never wanted to teach, cheat out. Sanatana Goswami never wanted to. Narottama Thakur never wanted to cheat out. All clearly. You need not understand Sanskrit. So clearly Bengali, all secrets here, Rupa Goswami. То есть мы должны понять уровень и положение вайшнавов и относиться к ним в соответствии с их уровнем и положением. И вот сейчас я хочу рассказать о наивысшем наставлении Рупа Госвами Пада, что по сути является наивысшим наставлением Гуранги Махапрабху. Если мы поймем значение, то и это зовется Рупа Госвами Пад.
Рупа Госвами Пад, он купил буквально сердце Гуранги Махапрабху навсегда. Его имя Рупа Госвами Пад. И последнее наставление Рупа Госвами, значит, последнее наставление Гуранги Махапрабху. И каково это наставление Рупа Госвами Пада? И вот эти четыре строки — это все суть всего Рупануга Бхаджана. Если я буду объяснять их каждую шлоку с разных сторон, то они то можно их показывать снова и снова с каждой стороны, и в итоге я покажу, какое великое чувство, что точнее, что открыл Рупа Госвами Пад с его единственной шлока, и что это шлока, мы должны помнить ее. И если мы помним, никто не сможет обмануть нас. И что я сказал? You can go mad if you understand. Tannam Rupa Charita Sukirtana. Don't try to follow the idealism. If you are going to accept one fallen soul as your idealism, если мы примем какую-то падшую душу в качестве своего идеала, то что с нами будет? И вот Рупа Госвами Пад очень умен. И вот он говорит, что мы должны следовать великим душам, таким как Шрила Прабхупада, Шрила Бхактивинода Тхакура, Рупа Санатана, Рагунат. И вот Нарутан Тхакура написал множество прекрасных киртанов, и каждый киртан может помочь нам достичь успеха в нашей жизни. Кишодас Бабаджи Махараджа было всего лишь две книги Партхана и Према Бхакти Чандрика. И мы должны следовать идеализму Шрилы Бхактивинода Тхакура.
Рупа Госвами Пад, он хотел дать нам так много. У меня нет времени все это обсуждать. Однажды Рупа Госвами Пад, он передал одну книгу Рагхунатху Даса Госвами, проверь ее. Но состояние Рагхунатха Даса Госвами было он читал и плакал, и он чувствовал огромное чувство разлуки и ничего не мог сделать больше. И вот, чтобы спасти его, и вот Рупа Госвами Пад забрал его книгу, поскольку тот только читал и плакал день и ночь, дал ему какую-то другую книгу, и Рупа Госвами Пад он написал Данкири как-то так его зовут. И вот те, кто и вот Рупа Госвами дал ему книгу Данкили. Как-то Данкили, что такое, не расслышал. Поскольку тот понял, если он будет читать вот эту первую книгу, тот будет только плакать, плакать и плакать. Данкили Каймудхи. И вот Рагхунатха Дас Госвами, он очень обрадовался, читая эту книгу, она описывает лилы, радостные лилы между Радхарани и Кришной. И вот там были, в общем, такие радостные, такие шутливые истории, как Радхарани с этими своими саки пошли куда-то, Кришна по дороге встретился, сделал вид, что он тут налоги собирает со всех проходящих на этой дороге, тут они начали спорить. Рупа Госвами Пад написал множество вот этих книг. Это бесконечное сокровище. Шрила Рупа Госвами Пад открыл нам дверь в ко многим сокровенным книгам. Когда Шрила Рупа Госвами Пад и Анупам, они ушли из дома, но Рупа Санатана не смог уйти. И его этот царь пытался заставить работать премьер-министром, но тот не смог. Ты знаешь, от чего я
завишу очень от тебя, и тот, в общем, в тюрьму его посадил. И вот когда Махапрабху и Рупа Госвами, он встретился с Махапрабху. Махапрабху, да, хотел дать ему рассказать о Расатате Бхагаван. Он может сделать все, что угодно, он может использовать меня в качестве инструмента для какого-то дела. И вот Махапрабху говорит: о, Рупа, я хочу дать тебе каплю этого трансцендентного вкуса Кришна, океан бесконечной премы, океан расы. А я даю тебе каплю этой божественной панацеи, как гомеопатическое лекарство. Когда Рупа Госвами был там, там и Махапрабху тоже был там, и тогда по воле Махапрабху, по воле случая, Валабхачарья, он из Гуджарата был, он был прекрасным браманом, и он находился в Арайграме на слиянии Ганги, Ямуны и Сарасвати в Валахападе. Вот ревенья с сангами, на слиянии трех рек. И Валабхачарья, когда прикоснулся к нему, Махапрабху засмеялся, не трогай, они падшие души, как падшие души, так это не выглядит. Махапрабху специально пошутил. Махапрабху знает, что Валабхачарья, он гордится, что он какой-то великий. И вот тот сказал: на Рупа Анупаму, и вот Махапрабху сказал: как это возможно, что не падшие души, как, ну вот они из низкой касты, нельзя их трогать. И Махапрабху, он хотел поручить этого Валабхачарья. И в итоге что случилось? И вот он, Махапрабху говорил с Рагхупати Упадхьяем, но это отдельная тема. И вот когда Рупа Санатана и наш Рагхунатха Госвами, Гопал Бхатта Госвами Пад, Джива Госвами Пад, они в соответствии с наставлением Гауранги Махапрабху, Махапрабху поручил им обнаружить все лила-стхали, места лилы Кришны. Им нужно будет составить шрути, смрити, шастры, вот, восстановить. Нужно написать книги о Расататве, написать книги с множеством Сиддханты. To implement the desire of Mahaprabhu.
By the desert, they discover all. You are doing kirtan sometimes, but you cannot understand. Мы совершаем киртаны, но можем ли мы понять дух, суть этих киртанов? И этот киртан, он очень прекрасен. Одного киртана достаточно, чтобы расплавить наше сердце. И вот Рупа Госвайпад время от времени. Вот когда я был во Вриндаване 12 лет назад, я в Раджавасе рассказывал, там волки ходили, леопарды точнее, там водятся. А эти селяне с палками собрались прогнать этого леопарда. Он все думал, куда убежать, все окружили его. И вот когда Махарадж был на Сурьякунде лет 10-12 назад, в Раджавасе рассказывали, там лет еще какие-то эти разбойники пришли, чтобы украсть Виграху Сурьянарайны. Что Виграху Трипетхи хотели украсть? Even the, и даже even one, dragon, so that Krishna is going to make some problem. I see dragon with Kashyapa. How many rupees I cannot speak? 100 crores or 200 crores I cannot speak. But the dacoits they wanted to steal it. From Nandagam. Just before they are loading this in a plane, finally it was they are caught. And очень разбойники в Виграху не смогли украсть, как бы украли почти. Тут их поймали, когда они грузили на повозку. И вот Рупа Госвайпад жил иногда где Таракадамба, и по желанию Санатаны и Рупа Госвами я тоже находился там, где Баджан Кутир Санатан Госвами говорил Харикатху там. И вот я говорил Харикатху на
асане Шрилы Прабхупады, бхактистанты Сарасвати, туда никого не допускали. И Бхагавадса Гауди Миссии. И вот там эти брахмачари, которые там живут, они слушают харикатху Бабаджи Махараджа, хотя руководство полностью против. И вот это воля Бхагавана так происходит иногда. И вот Рупа Госвами Пад был в Баджан Кутире, там в Теракадамбе, и вот Рупа Госвами шел однажды. Махапрабху в течение 2 лет путешествовал по Южной Индии, он пешком ходил, поэтому много времени заняло. Можем ли мы представить такое? И вот Санатан Госвами, он пошел встретиться с Рупой от Гурудев. Вы пришли, он не говорил брат никогда. И как Шрила Бхактивинода Такур не говорил, что Шрила Прабхупад его сын. Такого никогда не было, это глупо. И вот Санатан пришел, Рупа Госвами Пад был очень счастлив. Он посадил его, садитесь, омыл его лотосные стопы. И думал, чем же накормить его. Ничего нет. Если бы я мог молоко, рис, что-то, были бы продукты у меня какие-то, я бы прямо оно приготовил. Тут Радхарани пришла в образе маленькой девочки. О, баба, моя мать послала тебя. Кто? Какова причина? Как Нандарани? Я очень удачлив. Одна девочка в Раджавасе. Я думал, если эта девочка может накормить меня, то я подумаю, что Радхарани довольна. Я вот сказал, о, Лали, можешь ли накормить меня просадом? И вот она что-то дала мне. Остатки своей пищи. И я был очень счастлив. И вот и она пропала. Я был очень счастлив. Однажды я совершал Раджамандал Парикрама, у меня температура какая-то была. И один Гауди Вайшнав тоже был со мной. Ну вот вчера Экадаши был, нужно паран совершать был, у меня совсем ничего не было. Я позвал этого саньяси, и мы пошли, обошли несколько домов в деревне, просили подаяние, дерево Шевья называлось как-то так. И вот вдруг кто-то дал мне вдохновение зайти в один дом, я не знаю почему, я зашел и постучал, там много домов было, какие-то двери открыты были. И вот я постучал, и дверь открылась, и девочка подобная Радхарани вышла. Я удивлен был. Ей было лет 8-9, она спросила, что надо. Я сказал, что какое-то подаяние, какой-то просад какой-то, да, заходите, готово. Там чапати были, овощи. И вот я этот саньяси, мы сели на веранде,
И она накормила нам, нас. Добавки предложила, сказала, не стесняйтесь, еды много. Я наелся там до полного удовлетворения. И я подумал, что это как... И вот я... Она спросила, надо ли нам что-то еще, и мы попрощались и ушли. Потом пошли мы в Ачадауджи, там, где Баладев совершал расу. Там змеи водились большие. Иногда я там спал на крыше, тут сверху из деревьев какая-то змея падала с таким звуком. Я водой опрыскал, она пришла в себя и уползла. И вот так же Рупа Госвами подумал, что же, чем же накормить моего Гурудева. Если был бы рис какое-то, молоко, я мог бы Параману приготовить и предложить Гейраджу, и Радхарани пришла. Сказал: «О, Баба, что случилось? Моя мать послала тебя от молоко с коровы, с коровы». И Рупа Госвами Пад приготовил, и после этого он предложил Гирираджа. И после этого он попросил: «Берите просад». И Саната начал есть просад. Когда он взял, попробовал параману, он почувствовал какая-то необычная энергия, какое-то что-то крайне необычное, как такая энергия от него исходит. Кто тебе это дал все? Ну, тут какая-то девочка приходила, вот, случайно мимо проходила, занесла все, и он сказал: «С этого дня никогда не проси ничего Радхарани, посмотри, сама Радхарани служила тебе». И действительно так, Радхарани пришла, принесла молоко и рис, и слады, и сахар. И Радхарани занял служение себе, как ты посмел. Санатан Госвами начал плакать, Сарупа Госвами тоже начал плакать, и кто же эту парамана будет есть? И это называется Рупа Госвами, и это Рупа Госвами Пад. Есть и множество таких случаев было с ним. Рупа Госвами Пад, он был очень строг, Если кто-то строг, то можно сделать вывод, что он очень смирен. Хотя люди часто видят наоборот, что если кто-то очень строг, это значит, что он строг из своего смирения, он хочет следовать Рупе Санатане без... Строгость не от его злости происходит, а из-за смирения. И вот Рупа Госвами Пад однажды писал: «Бхактир Самрита Синд, вот Джо Госвами Пад омахивал его апахалом». Кто-то думает, что я рассказываю какие-то истории, но нет. Отец спал, а... И вот когда вот мы ее родя. Ну, да, ну хорошо рассказывать. Раньше женщины, дети служили родителям, а сейчас, к сожалению, такого нет. Если был какой-то. И вот я даже встретил своего учителя, тот с огромной любовью меня принял. А сейчас, к сожалению, нет таких прекрасных отношений, и все механически стало.
я не люблю такие механические отношения. Даже если вы мне дадите 10 рупий от всего сердца, я приму это с величайшей радостью. Я знаю, кто с каким настроением дает мне. Я в соответствии с этим все принимаю. Я не принимаю все подряд, непонятно от кого что. И вот Джива Госвами Пад, он обмахивал своего Гурудева Апахалом, и тут Валабхабата пришел. Я нахожусь в океане, на берегу океана, на славу Шрила Госвами Пада, и пытаюсь хотя бы немного рассказать вам об этой бесконечном океане славы Шрила Рупа Госвами. И что случилось? Валабхачарья пришел. Мы думаем, что он великий человек. Думал о себе, что он великий пандит из знаменитой семьи происходит. И вот он зашел в Баджан Кутир Рупа Госвами. Тот жил около Дамодар Мандира. Там какой-то был то ли лес, то ли сад, Ямуна рядом. И вот Рупа Госвами находился в этой маленьком Баджан Кутире. Тот спросил, зашел, спросил, что тот пишет. Тот со смирением сказал, ну так я пишу, что там, давай проверю. И вот тот рассказал, что пытается составить Расамрита Синдху. Хорошо, как напишешь, дашь мне на исправление всего. Валабхачарья сказал Рупе Госвами Паду, что после того, как напишешь, дашь мне на проверку. Я там ошибки исправлю. И Джива Госвами Пад очень разгневался, что мой Гурудев великий Рупа. Великий Санатана, он хочет найти недостатки в его книге. Вот Рупа был. Джива Госвами Пад услышал это под видом того, что надо набрать воды, пошел на Гангу, чтобы поговорить с этим Валабхачарьей. И вот этот Джива Госвами Пад, он пошел, догнал его и сказал: «Пожди, я вот, да, у меня вопрос к вам один. Что за недостаток вы увидели в том, что написал мой Гурудев, что вы захотели все исправить? Чего же там нашли неправильного?» И вот когда Джива Госвами начал приводить ему аргументы, то тот был поражен и не мог ничего ответить. Сказал: «Хорошо, все правильно». И потом они вернулись в Баджан Кутир. И Джива Госвами Пад, чтобы никак он пришел после, чтобы не делать вид, что они вместе пришли. Тот спросил: «Кто этот мальчик, который служит тебе?» «Ну, это этот с моего предыдущего дома, он сын моего брата Анупама. Он действительно очень хороший мальчик, очень ученый, очень великий пандит. Так много знает, такое обширное знание у него». Рупа Госвами Пад понял, что случилось. Валабхачарья ушел.
Джива Госвамипад, когда пришел, тот сказал, что ты, Рупа Госвами сказал Дживе, что ты великий саду, да? Он старше нас. Он хотел исправить мое, то, что написал, что плохого в этом, по своей милости хотел помочь мне. Ты не мог потерпеть этого, ты разгневался. Джива Госвамипад, он склонил голову и ничего не сказал. И сказал, прошу прочь, я не хочу видеть твоего лица. Иди домой, когда ты разовьешь отречение, тогда приходи. Иди на восток. И вот он, Джива Госвамипад, беспомощный, он плакал так, что сама земля трескалась. Но Рупа Госвамипад был очень строг. И вот он пошел на восток и достиг Вайгауна. Какие-то преданные вчера приехали. 3 часа я рассказывал им, как я был во Вриндаване, совершал парикраму. Это был синопсис. А Махарадж начал в 3, все закончил. И вот та причина, по которой я находился там, это место Нанда Махараджа. Нанда Махарадж, он жил там, ну, там поле было, там как какой-то базар, ну как-то хижина. И вот Джива Госвамипад плакал и плакал, постился, ни воды не пил, ничего не ел. И вот он в этой хижине остановился в Раджавасе, спросили, что случилось, зачем вы плачете, можно вас накормить. Почему вы плачете, кто побил тебя, что случилось. И вот Джива Госвамипад, он был очень прекрасен. Если вы посмотрите на Нарутам Такура, вы будете удивлены. Если вы посмотрите на Рупа Госвами, Джива Госвами, они подобны принцам, они сияют, как какой-то свет исходит от них. И вот этот Джива Госвамипад, он постился, никакие враджаваси не могли накормить его. Говорили, по крайней мере, молока попейте или йогурта. Что случилось? Кто побил вас? Зачем поститесь? И никто не отвечал в этом случае. И потом Санатан Госвами, он... Он дошел до какого-то места, там в Раджавасе был, и говорит, ничего не ест, не пьет, только плачет и постится, что-то пишет. И где он в нашей деревне? Поскольку в Раджавасе они называли Санатану Барабаба. Арупа Госвамипад Чута Баба. То есть один был старше, другой младше. Их это прозвище. И вот Санатана пришел, приходил к ней, спрашивал, как поживают, выдали детей замуж. И вроде люди могут подумать, что Санатан спрашивал какие-то простые материальные вещи, но нет, он совершил ваджан.
Если мы повторяем харинам, это не всегда бхаджана. Когда вот вайшнавы спрашивают такие простые материальные вещи у людей, это бхаджан с их стороны. Нанда Махарадж был очень богат, и наш Нанда Баба, когда был в Гокуле, и он встретился. И вот там, в общем, Нанда Махараджа был какой-то склад сокровищ, но он был царем местом и там хранил все сокровища. И когда Нанда Махарадж шел в Нандагаон, там он переехал в Нандагаон, вся его казна переехала в Кошикелу. И в итоге что случилось? В Байгауне, откуда это имя произошло? И вот однажды Нанда Махарадж был на каком-то поле и не рассчитал с временем, решил омовение принять в Ямуне, совершить баджан, но ошибся со временем. По желанию Кришны это произошло. Ночь была, час ночи. И вот Нанда Баба пошел принять омовение в Ямуне. И посланники Варуны поймали его за ноги и утащили. Нанда Баба начал кричать, звать Кришну. «Кришна, спаси меня, спаси!» И Нанда Баба, похищен был этими спутниками Варуны. И Кришна услышал, начал искать его. Куда мой отец? Где мой отец? Куда его забрал? Кто его забрал? Он прыгнул в воду, достиг Варуна Локи, а увидел отца его, отца своего, и те извинились, сказали, что просто посмотрите, его сюда привели. Вот ничего плохого не хотели делать. И вот извинились, дали украшений этих жемчуга. Но сейчас настоящий жемчуг очень дорог. А там его целую кучу насыпали. Или сейчас этот чандан очень дорогой, этот чандан. Как его? Сандал. И вот. И вот это место Байгаон, где этот и Нанда Баба испугался. И таким образом, что случилось дальше? И там Нанда Баба, он был спасен. И то место наш Джива Госвами Пад, он в том месте и жил. Вместе, внешне видно, что Джива Госвами Пада выгнали, наказали, но с другой стороны, это была милость. Он начал писать сандарбхи там, в том месте шесть сандарбх написал. И вот Санатан Госвами мимо проходил, узнал, что он там находится. По просьбе Враджаваси пошел
посмотреть и видел, о, это мой джива. Он начал плакать, обнял его. Что случилось, мой сын? Что случилось? Не смог ничего сказать. И Санатан понял, что Гурудев выгнал его. Сказал, мой сын, пойдем. Пойдем со мной. И тот сказал, он выгнал меня. Нет, я с тобой. Пойдем вместе. И он взял Дживу и привел к Баджан Кутиру по Госвами Пада. И Джива Госвами Пад, он спрятался, думал, что же, боялся и спрятался сзади. И Санатан за деревом. Санатан пришел, когда принес полный распростертый поклон ему и усадил его. И Санатан Госвами ничего не сказал конкретного. И поскольку те, кто разумны на хинди, есть такое выражение. Те, кто по-настоящему разумен, они все намеки могут понять. Не обязательно им говорить полностью, а просто можно намекнуть, и они поймут. И вот Санатан Госвами, когда спросил, «Живадоя, сострадание к душам, оно есть только в книгах?» Что ты имеешь в виду? Я и хочу сказать, «Живадоя, милость к душам, к дживам, оно должно остаться только в книгах или на практике?» И тот спросил, что вы имеете в виду? Я хочу сказать, что дживадоя, милость, о милости к дживам очень хорошо говорить, но практически, если вы не будете проявлять милость к душам, то что будет тогда? И тогда Рупа понял, и тот позвал, иди сюда, мой сын. И Джива Госвами Пад не мог смотреть, он был... Его глаза были полны слез, он продал и упал к лотосным стопам Гурудева, что он плохого сделал. Что он сделал, за что ты его наказываешь так? И это обязанность ученика защищать честь Гурудева, это значимость Гурудева и Гаудия Матха. И если мы это не делаем, то мы негодяи. И вот это обязанность подлинного ученика защищать престиж и значимость своей сампрады и Гурудева. И что же он плохого сделал? Джива хотел защитить твою честь и ничего иного. За что ты выгнал его? В этом твоя милость. И тогда Рупа Госвами Пад начал плакать и взял Дживу к себе на колени, погладил его, обнял и сказал, живи, живи здесь. И с тех пор Рупа Госвами Пад, он все, что он писал, Бхакти Расамрита Синдху и прочее, давал Дживе на редактирование. Смотрите, Гурудев дал ответственность своему ученику Дживе Госвами Паду для того, чтобы тот проверял все его тексты. И это зовется Джива. И что Шрила Бхактивинода Тхакур говорил, бесконечных вселенных невозможно найти такого пандита, как Джива Госвами Пада, даже в обществе полубогов. Как подобно Радхаране явилось в нем, иначе такого совершенства в санскрите и прочих науках невозможно достичь. Он написал
учебник санскрита, который связан с Кришной, со все примеры, все состоит из имен Кришны, чтобы люди, изучая санскритскую грамматику, не теряли времени зря, а совершали баджан, повторяя все эти святые имена. И вот он множество других книг написал. Джива Госвами Пад. И всю сложную санскритскую грамматику он представил в очень простом виде, как Веданта Сутта Адхата Брахма Джигеса. И таким образом Рупа Госвами Пад он отдал ответственность Джива Госвами Паду. И Джива Госвами Пад был последний Раджпатра, Вишвашнава Раджасабхи, он был последний председатель Вишвашнава Раджасабхи, потом она стала чем-то несерьезным. В то время Вишвашнава Раджасабха имела вес. И сейчас, если саньяси последние 30 лет живет с женщинами, имеет разных женщин в разных странах, и 30 лет носит одежду саньяси, то сейчас никто даже не смеет заявить ему, что он неправильно что-то делает. Ну вот, вот такое вот превратилось сейчас это. Но кто говорит все сиддханту, мало кто может говорить настоящую сиддханту. И вот Рупа Госвами Пад. Я не смог сказать о нем кратко, что-то смог только рассказать. И вот сегодня я также должен сказать что-то о... Сначала мы должны молиться о милости Рупы Госвами Пада, чтобы хотя бы понять его славу. Бхагаван не может отплатить Рупе Госвами Паду. Если Бхагаван захочет как-то отплатить его за его заслуги, то он не сможет. И вот еще я хочу сказать о великой личности, о вечном спутнике Кришны и Гауранге. Его имя Говардас Пандит.